Привет всем, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в Создателя планет. Мы с тобой пытаемся достичь голубого неба на 175 тысячах. И хочу сказать, что мы хотим с тобой сходить, знаешь куда? Мы с тобой не хотим сходить куда-то, мы хотим с тобой просто сделать экран чертежа. Железо и кремний мне нужен, просто железо да кремний. Сейчас мы с тобой найдем все, что необходимо. Это не то, что мне необходимо. Мне нужно железо. Мне нужно железо и кремний. Кремний есть. И железо, вот оно лежит, титан. Это не кремний, вот кремний. И вот железо. Сейчас сделаем с тобой чертежи. Блестит, блестит. Железяка. Так, может еще схватить? Это кремний, это не железо, а это тоже кремний. Мне кремния столько не надо, мне нужно железо. Вот может быть железо. Тоже кремний, блядь, да что ж такое-то? Кремний, да кремний, кремний, кремний. Мне кажется, это какая-то нездоровая вещь, потому что оно столько кремния. Зачем нам столько кремния с тобой? Хотя я, возможно, чего-то не знаю об этой игре, и в скором времени нам с тобой потребуется очень много, очень-очень много всего вот этого вот. Так, экран чертежей, экран... Может, это и есть экран чертежей? Да, скорее всего, это и есть экран чертежей. Погоди-ка, а может быть... Вот. Вот сюда. Ставлю станцию сборки. И, видать, гашу к херам собачьим электричество. Правильно. Вот так оно и работает. Так, ставлю еще одну ветряную мельницу. Ветряную турбину, если быть точным. Беру станцию сборки, открываю, смотрю, что здесь нужно. Железяк у меня ни хрена нет. Кислородный баллон у меня уже второй. Микрочип разборка, микрочип фонарь. Магний мне нужен. Вот мне фонарь нужен очень сильно, вон магний. Фонарь очень сильно нужен, знаешь почему? Потому что он... Типа без него ночью-то ходить вообще невозможно, и ночь приходится пережидать. А ночь пережидать это, ну, типа не круто совсем. Ночь пережидать это не по нам. Мы с тобой сейчас пойдем гулять ночью. Так, и чё? А как его включить-то хоть? Вот здесь, вот тут. А, включить фонарь. Микрочип фонарь необходим. Погоди, я же его сделал. Я сделал микрочип фонарь. А, вот. Экипировать надо было. Разборку мы с тобой не сильно часто пользуем. Поэтому микрочип фонарь. Ты, ёб твою мать. Микрочип фонарь. Я нажимал не на то. Да, фонарь, конечно, не это самое. Не так уж светит, как я хотел бы. Но, видимо, хотя бы он бесконечный. Так, зря я сейчас сюда по... Что такое? Лед. Сейчас я еще подышу. А, тут магнит у меня, смотри, как где лежит. Магний у меня лежит прям в самом боксе жилом. Возьму титан, пожалуй. И отправлю сейчас... Так, отправлюсь я сейчас нахрен, по-моему, с количеством еды и количеством воды, которое у меня есть. Бутылка воды я могу еще, ладно, сделать. А вот еду-то я из чего делать буду? Экзоскелет. Количество ячеек под оборудование. Еда-то из чего делается? Что у меня еды-то совсем нет. Еды-то совсем нет. Может быть, мне обратно побежать? Ткань мне не нужна сейчас. Мне нужна еда. Элементарная еда. Хотя бы вода, знаешь. Хотя бы вода, вот это нам не тоже особо погоды не сделает. Пойдем в обратную сторону. Я возьму оттуда еды. Просто мы продвигаемся как бы вон туда. Назад сейчас, вон туда вот. И, соответственно, нам нужно туда как-то попасть. А чтобы туда попасть, нужна еда, нужна вода. Чтобы была вода и еда, нужно ее взять сначала оттуда, откуда она там, где она есть. Есть она, естественно, в самом начале. Можно сказать, на первой локации, на которой мы с тобой появились. Так, я вот это все время бегу. А мог бы сейчас собирать железо? И что там это все делается? Бур, железо, железо. Короче, два железа, один титан. Два железа, один титан.
И можно будет еще один бур установить, чтобы поскорее вот эта вся терраформация проходила. Правильно, правильно. Это у нас что, титан, правильно? Титан нам не нужен, потому что засирать себе просто-напросто инвентарь. Кстати, смотри-ка, вон там лежит обломок корабля. Мне кажется, я все-таки туда сейчас схожу. Как я его не увидел в самом начале, хотя я на него смотрел, непонятно вообще. Что-то я сейчас, по-моему, на последнем издыхании добегу. Нет, я добегу вполне себе, но нужно будет, кстати, собрать вот здесь вот железо с титаном и построить здесь что-либо. А что тут делов-то, смотри. Ставим вот сюда. Ставим вот сюда. Собираем железо. Собираем титан. И собираем железо. Это титан, это кремний, но он тоже пригодится. Ставлю бур. Железа больше нет. Железо кончилось. Вот тебе здрасте. Низкий уровень насыщения. Но это хрен на нем насыщение. У меня есть еда вот там. Буры буду ставить хотя бы хоть как-нибудь поближе друг к другу. Знаешь, чтобы, ну, они совсем не засирали все. Все, уже под двушечку подбирается. Ты гляди. Меня это очень сильно радует, потому что, ну, прогресс какой-никакой есть. Мы с тобой должны сегодня хотя бы до 10 тысяч дойти. 10 тысяч, это, знаешь, не хухры-мухры. 10 тысяч, это ого-го, сколько. Так, огромная шапка с титана. Из титана огромная шапка. Так, мы идем с тобой вот сюда. Берем еду. И воду. Открываем вот это вот. Ну, что такое-то? Это кислородная капсула, это не еда. Ой, это не вода. Бутылка воды делается вот так. Вот так, да. Беру вот так делаю, беру вот так делаю. И пошел себе прогуливаться. Железяку нужно найти, построить еще один бур. Потому что, ну уж я же его, я же уже аж две вышки поставил, чтобы электричество добывать. А бур всего один влепил. Так что давай-ка самое, давай-ка. А бур? Вот так вот. Во. Непонятно, где мне можно посмотреть количество производимого электричества. И количество... Опачки, здрасте. А как, а зачем вот это вот в принципе-то? Тип кисла. Получен норч... Опачки, здрасте. Бур 2. Из железа и двух титанов. А можно как-нибудь вот это вот дело разобрать? Можно, только вот надо сделать вот так. Пам-пам-пам. Железо, титан. Вот тебе здрасте. Бур 2. О, он побольше даже, да, получается? Минус 5 киловатт и плюс и давление прибавляет, и это прибавляет. Так, а как бы тебя тут это самое? А сколько ты жрешь-то? Да, пупения много, да, давление, энергии 5 киловатт. А это 0,5 киловатта. Слушай, а как мне бы это самое, это... посмотреть чертеж, чертежик-то на новую витрину это. А то мне витринных турбин так не хватит. Не, подожди, это не то это. Во, заработало. 2.17, 2.18, 2.19. Ну, пошло-поехало, 2.20. В принципе, уже пошло быстрее. Просто что плохо, у меня сейчас все в разных местах, и... То, что все в разных местах, оно меня расстраивает. Давай посмотрим, что делать там из двух железяк. Из двух железяк нужно построиться еще поближе вон в ту сторону. Вон там вот где-то нужно построиться, чтобы исследовать ту часть. Так, я вижу железо. Как я их различаю, я сам не знаю пока что. Просто наобум называю, ну, название это. Проговариваю слова и думаю, надеюсь, что это будет именно это. Ну просто если блестит и что-то серое, значит это то, что мне нужно. Значит это железо. Если оно не блестит, значит оно кремний. Если оно...
синее, значит, оно титан. Если оно вот такое синее, значит, оно кобальт. Опачки. Опачки, титан, железо, кобальт. Опа-па-па-па-па-па, железо. Чертеж микрочипа. Вот тебе здрасте. Чертеж микрочипа нужно помещать в стенд с рецептами. Давай жилой отсек вот сюда забубеним. А еще же нужны двери. Сейчас подышу здесь и пойду дальше. Пойду дальше. Мы с тобой 12 минут играем, а уже ни хрена себе. Уже ни хрена себе, как близко мы к победе. Рюкзак Т3, это здорово. Мне бы эту ветряную мельницу Т2 хотя бы. И было бы вообще круто, потому что мне не хватает мощности. Она вырабатывает 1.5 киловатта, а потребляет у меня один бур аж целых 5. Это мне нужно 3 мельницы, 4 мельницы. 4 не мельницы, а 4 вот таких вот вертушки для того, чтобы один бур прокормить. Так, здрасте, приехали. Да в смысле микрочип фонарь? Да ну, строительство, разрушение. Что самое обидное, это то, что... Ты, ткань, она мне особо и не нужна. Блин, фонарь еще такой яркий. Прям, опа, сабнавтика. Так. Да пойдем уже, ну. Иридий схватил. Да подожди ты. Микрочип. Давай микрочипа. Так, жадность. Жадность выключаем. Посмотрел, что там еще можно что-то взять. Идем в обратную сторону, дышим и возвращаемся. Правильно? Правильно. Именно таким образом мы сейчас будем с тобой действовать. Ну, потому что а то я это самое умру, и будет обидно, и будет досадно. А можно вот это разбирать, кстати? Блин, слушай, нельзя, это досадно. Это прям, правда, обидно. То есть, а ну, смотри, сколько всего лежит на поверхности. Бери, не хочу. А мне говорят, нет, нельзя. Нельзя разобрать, и все. Мы сейчас с тобой, блин, выложим титан, сраку этот, иридий, кремний тоже, титан, кремний, кислородный капсул, кстати, у меня есть, на крайняк уж, если совсем все плохо будет. Фонарь можно выключить, уже 2.92, еще таким образом буров наставлю, блин, сейчас мне бы мельницу эту ветряную поставить, вкрутить бы покруче. Там пещера, ты видал, нет? Сейчас мы что найдем, блядь, сейчас мы что найдем-то? Разобрать обломки, вот там из обломков что-то выпадает. Железо выпадает из обломков. Вот тебе здрасте. Так, космическая еда, железо, иридий, уран. Еду-то, ну, еда-то пригодится, знаешь, еда-то хоть это куда ни шло. Еда просто так на этой, на дороге, так сказать, не валяется. Так. Лирма. И еда. Круто. А проползти туда можно было бы, и было бы вообще круто. Так, сюда нельзя попасть, а туда можно попасть? Не, видать, нельзя. А туда можно попасть? Можно попасть, и я, ёб твою мать, смотри, как здесь много всего. Семена тоже есть. И ткань, и семена, и есть колотить. Вот это да. Вот это новости. Так, ну ладно. Пойдем обратно, высыпем все это дело в жилой отсек. Ну потому что реально, если все это будем хранить хотя бы в жилом отсеке. А можно? Блять, модуль строительства, разрушения. Ладно, ладно, все хорошо. Железо. У железа, блин, у железа, знаешь, это дефицит. Водички сейчас дефицит, конечно, тоже, да. Вот хотелось бы, чтобы она здесь была, но... Как мы ух, нагреватель 2. Етить, колотить, а... Ну ничего себе здесь. Журнал Терры-Перры... Так, сейчас, подожди. А, ладно, еще есть время. Сегодня утром, когда мы находились в 17-м дне
космического путешествия к Стигмару. Корабль необъяснимым образом вышел из гиперпространственной скорости. Инструменты навигации сошли с ума. Мы собираемся попытаться совершить аварийную посадку на планете. Похоже, на поверхности очень сильный шторм. Так, понял. Сильный шторм, а сели они на эту поверхность. И ничего хорошего... Ёбаный в рот. И ничего хорошего они не получили. Водичка есть? Это что у нас такое? Термоядерный реактор? А разобрать можно? Видать, это можно запустить как базу свою, только здесь нужно электричество. А как? А как электричество здесь это самое... Чертеж микрочипа. Ты гляди, как много всего интересного. Космический, да, иридил, хрен с этим иридием. Потом заберу его, если что. Фух, как интересного тут много всего. Ну, блин. Так, сожру вот это. Рюкзачок надо было сделать, конечно, себе. Это я, конечно, не подумал совсем. Ладно, железо можно выбросить. Лирму еще возьму. Здесь вообще все очень круто, блин. Здесь есть титан, семена баклажанов. Ну, блин, ладно. А вот то, что здесь, конечно, вот этот вот кремний нужно выбросить. И, конечно, важно было бы выбросить, наверное, еще и одну железяку. И разобрать эту... Эй, блядь! Я сейчас подохну. Я точно подохну. Я же вижу, что я подохну сейчас. У меня кислорода осталось хер да маленько. Прям очень мало. Как я вовремя туда посмотрел. Добегу. Все, сейчас добегу. Ух, блин, как раз сейчас... Сейчас выложу все в чемоданы, в эти чемоданы, которые у меня есть. Вообще, конечно, сейчас я вот это вот, вот прям вот порисковал. Глупо, но рисковал. Да хватит трибыхать мне здесь все. Микрочип. Семена. Еда. Семена. Суперсплав. Железо тоже. И иридий тоже. Хрен с ним. Все, пусть лежит здесь. Бежим. Фонарь мне пока что не нужен. Я пока на улице. Сейчас я внутрь забегу. Уже 4000. Смотри-ка. Мы пока сейчас с тобой будем ходить. Уже 20 минут ходим, хочу заметить. Правда, я тут повырезаю, скорее всего, чего-либо. Но уже около 20 минут мы с тобой гуляем. И, соответственно, за 20 минут мы с тобой уже вкачали... Здрасте, приехали. Мы уже вкачали очень-очень-очень много. Блин, да уйди, закройся. А тут самое главное, знаешь, это... Ну, расшиб... Изучит он его или нет, как ты думаешь? Нет, не изучил. А вот так и надо. А на кой я его разобрал, если он его не изучил? Смысл-то какой тогда от этого разбора был? Железо, кобальт пусть будет у меня все. Семена, ткани, иридий. Титан хрен на него, на этот титан, у меня этого титана вагоны просто. Иридий, блин, титан, давай выл... Нет, ну, давай возьму. Так, ладничка. Так, сюда нужно что-то очень такое прям серьезное положить, я так предполагаю, но этого серьезного у меня пока что нет. Да... Блять, а вот теперь я умру. А вот теперь умру. Из Дерики. Ничего я не потерял, инвентарь. Все, что я потерял, я нашел. А, ну я понимаю, что здесь уже ловить нечего. Я просто могу спокойно здесь отсюда шлепать в сторону дома, да? То есть я посмотрел, я понял, я ухожу. Ну, как бы, ну логично, да? Здесь ловить больше нечего. Соответственно, мы с тобой больше тут не ходим. Это у нас что такое? Это у нас какая-то огромная клешня, которая здесь бесполезно просто болтается, лежит.
и ничего с собой не представляет, кроме как просто, ну, тупо декорации какой-либо. Здесь я видел где-то пещеру. Сейчас мы ее с тобой найдем. Прежде всего этого, мы с тобой сходим, выложим вот это вот. А вообще... Вообще. Сейчас выложим вот это вот. Возьмем вот это вот. И пойдем на базу к себе. Вот что я хочу сделать. Я хочу сходить на базу и взять оттуда... Что-то... Ни хрена себе здесь титана. Хочу взять, посмотреть, что мне нужно, что... А я здесь не посмотрю, да? Ну да, я здесь хер посмотрю, чё. Я хочу узнать, что мне нужно для того, чтобы у меня разблокировался следующий модуль с ветряной мельницей. А это информационное табло, но он в той базе, то есть он даже не вот в этой. Да это хрен добежал бы я. О, еще одна сундук. Еще одна семена кабачка. Семена кабачка. Это здорово, конечно, а, блять. Ну, можно же было мне как-нибудь это самое... Приборобить хоть еще чуть-чуть вот... рецептов строительства. У меня первый рюкзак, ты гляди-ка. Тут можно сделать третий. Но нужно второй. Так, титан нужен. Титан, так. Давай. Погоди, высыпем вот это вот. Возьму вот это вот. Положу вот это вот. Сделаю вот так вот. Положу вот так вот. Так, так. Ох, здрасте, приехали. А как так работает? Мне наоборот надо. Вот, вот так вот нужно, да. Так, так. Так, так, так. Нужно, чтобы все лежало здесь, чтобы я это точно не просрал. Так, теперь едем опять наверх. Во-первых, едем вот сюда, вот в этот... Вон сундук еще один лежит. Тут прям очень много этих контейнеров, в которых много чего лежит. Интересного. Кабачки, титан, железо, кремний, кремний, еда, кобальт, 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 кремний, кобальт, железо. Мне нужно что сделать? Мне нужен экзоскелет. Мне нужно... нужен рюкзак. Хочу заметить, да. Из чего он там делается-то? Просто рюкзак нужен, я понял. Семена кабачка выложи. Да ёпта мать. Семена кабачка, говорю, выложи. Рюкзак. Понял, принял. Сбрось микрочип, возьми рюкзак, построй рюкзак. Третий рюкзак делается из двух алюминия. Раз алюминий. И как назло, сейчас не будет еще одного, да? Да что ж ты будешь делать-то? Ну хрен на него, ладно. Титан, титан, космическая еда, кобальт, 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 кремний. Кремний не помещается. Рюкзак можно же, блядь, из алюминия и титана сделать. Вообще легко. А вот воды-то у меня нет, кстати. Я, ну, должен сейчас... лед схватить. Сделать две бутылочки попить. И спокойно... это... поползти наверх. Нам сейчас с тобой требуется... просто успокоиться. Да, воды здесь нет. Вот и все. Водички сделал. Водички махнул. И пошел себе дальше. Дальше пошел, получается. Правильно? Правильно. Сейчас я иду прям совсем наверх. То есть мне нужно вытащить оттуда все, что важно. Все, что нужно. Все, что, ну, все, что прям вообще требуется. Я хочу перенести все полезные вещи вниз. Потому что наверх я ходить не собираюсь так часто. Тем более наверх, смотри, как тяжело. Стекло жилого отсека. Вот здрасте. Так, титан, железо, железо, титан.
Коммуникационная антенна. Нифига себе. Экран передачи. Я сейчас буду, видать, еще и связываться с чуваками какими-то, которые там живут, не поймешь, где далеко, да? Ну, тебе здрасте. Так, уран, иридий, семена собрал тоже. Семена, еда, сплав. Так, мне нужно вот, наверное, вот титан все-таки переложить, иридий взять. Титан выложить. Иридий взять. И выложить, наверное, нужно все-таки еще кого-нибудь пожрать. Вот это вот я возьму и возьму суперсплав. И все, потому что мне больше ни хрена не нужно здесь. Так. И можно сгонять, посмотреть, что там за пещеры. Все-таки так, сохраниться нужно. Сохраниться и пойти себе с спокойной совестью. Вон туда. Потому что там есть что-то интересное. Там была пещера. Я когда шел наверх, там я видел пещеру. О, видал, сколько алюминия? Это же алюминий, скорее всего. Че, начинает заплавить в 10 часов, что ли? Во сколько, блядь? 100 ПК. Какой 100 ПК, блядь? Это теплота какая-то? Блин, непонятно, ни хрена. Короче, ладно, сейчас это что-то, видать, начнет плавиться в 100 ПК. Это у нас железо. У меня полный рюкзак, потому что, блин, ну потому что алюминий у меня есть. Алюминий у меня, кстати, нет. А алюминий-то весь где? А непонятно, где он. Весь этот сраный алюминий. Кстати, вот может наверх туда еще подняться можно. У меня с собой нет кислородных баллонов, поэтому я, пожалуй, сгоняю, подышу. Потом поднимусь наверх. Сгоняю вон туда. Потом направо. А потом посмотрю алюминий. Вот здесь вот. Нет, у меня алюминия нет. Пойдем налево, потом направо. А потом пойдем с тобой смотреть, что нужно сделать, чтобы у меня разблокировался наконец-таки второй уровень у ветряной мельницы. Потому что что-то он очень долго, блин, не разблокируется. Ну да, здесь вообще ловить нечего. Я просто уже добежал до хвоста корабля и ничего не увидел. Иначе я просто сейчас умру от кислородного голодания, и ничего хорошего не получится. Потеряю здесь инвентарь, надо будет за ним возвращаться. А ну кому надо? Нет, конечно, не надо. И, собственно, все. Собственно, мы идем с тобой вниз. Подышим и отправимся дальше в сторону вон той базы, вон туда. Да знаю, что низкий уровень кислорода. Ничего ж, не просто ж так я бегу-то. Хочу спросить, посмотреть экран передачи. Вот что за экран передачи. Сигнал из космоса используется вместе с экраном коммуникаций. Нагреватель Т1 у меня есть, а Т2 не разблокировался. Почему? Потому что игра тупая, блядь. Потому что нужно все-таки как-то, не знаю, это дело немножечко... Это самое... Вон витринных турбин. А мог бы одну поставить, блин, которая 10 киловатт будет вырабатывать, и все. Но нет, мы же, блин, не идем по легким путям. Так, бур 2. Нужен 2 титана и железо. Так, это что такое-то? Почему места не хватает? Несерьезно. И железо, говорю. Так, бур 2. А можешь как поровнее его поставить? Я просто не хочу, чтобы он криво так стоял. О, вот так хотя бы. Погоди, а из чего делается у нас нагреватель-то? Кремний и иридий. Делов-то. Кремний раз, кремний 2. Иридий раз, иридий 2. Вот так вот раз. А железа больше нет. Вот тебе все. Железо больше есть. Оп. И 2. Вообще красота. Давление пошло вверх. Тепло пошло вверх. Кислород прибавляется очень медленно. Знаешь почему? Потому что... Просто потому что у меня больше неоткуда кислород деваться. Ой, браться. Знаешь почему? Потому что... Потому что флуоресцент у меня, знаешь ли, это самое... Поместить семя, чтобы генерировать О2. Ни хрена себе, магний, кремний, 2 льда и железо. Магний, кремний, 2 льда и железо. Магний, кремний, 2 льда и... Что там такое? Слушай, не такое красное небо, смотри уже. Как будто бы уже скоро и голубое будет. Хотя, может, оно такое было. Ты чуть... А, назвать можно. Магний, кремний, 2 льда и железо. Магний, кремний, 2 льда и железо. Я запомнил почти. 2 льда. Что такое сейчас было?
магний, кремний, 2 льда и железо. Бежим вон в ту базу. По пути найдем сейчас магний, который растет вот так вот кусками, такими вот. Вот такими вот. Зайдем вот в эту базу. Построим там флоростен 2. А, кремния-то нет, ёпта мать. Кремний-то где здесь найти? А вот найти где его. Делов-то. Делов-то, говорит. Опа. Флоростенд. Так, и куда его поставить? Вот так вот. Все, электричество кончилось. Здрасте, приехали. И все, да? И все затормозилось. Ты представляешь, насколько все здесь держится на соплях? Просто не хватает одной вышки, и все глохнет просто. Коэффициент кислорода 150. Ошалеть. Кислород 1,8. Ну, вообще, пошло-поехало. Ну, погнал, ну, погнал. Так, нужно попить водички. И побежать смотреть рецепт нашего с тобой счастья. Который кроется в второй крутилке в этой. Во второй крутилке. Потому что вторая крутилка, она, знаешь, нас прям вот останавливает, нам не дает немножечко воли. Я вон сколько этих первых крутилок наставил, а от них толку-то никакого, они 1 киловатт вырабатывают. То есть хотелось бы чего-нибудь такого, более мощного, что ли. Типа ядерного реактора, типа, опачки, железо. Вот. А у меня нет ничего, у меня только вот крутилки да крутилки, и вот сиди да крути. Я не был еще вон там, с правой стороны, вон там вот, не был. Я туда не поднимался, хотя это выглядит вполне себе как то, что, на что можно подняться. И вон туда я не ходил. И вон туда я не ходил. Он там, видать, тоже что-то будет плавиться при какой-то температуре. И, в принципе-то, наверное, тут много чего еще куда можно сходить. Но мы с тобой это будем делать постепенно. Здесь вообще вон ошалеть как... Ошалеть как много всего. Так, смотрим. Терраформирование пошло вверх. Не-не-не, ты... Блять, ты дурак, что ли? Смотрим чертежи. Тепло, кислород, ладно, с кислородом... А, тут, то есть, еще и не так все работает, как я так планировал. Да, видать, не так. Смотрим, внутренняя лестница, это мне не надо. Мне нужно... Мне нужно что? Мне нужно разбрасыватель травы. Нагреватель. Мне столько всего не надо, подожди, мне нужно хотя бы крутилку просто. Рюкзак какой-то. Экран об орбите, информация. Мне нужно то, что будет крутить и вырабатывать, сука, электроэнергию. Все, мне больше пока ничего не надо. Экран прогресс. Круто. Этапы терраформирования у меня показывает. Тепло, потому что стало у меня на планете. Бур, коммуникационный бетом, та-та-та-та, ядерный реактор, про 60 юпа. Так, все машины на планете. Экстрактор руды. Еще один реактор. Экстрактор газа. Экстрактор руды. Так, типа, это вся энергия будет, блять, на планете или что? Почему? Подожди. А, ветряная турбина, типа, вот и все. Делай как хочешь. Мне надо давление создавать. А давление как создавать? Давление чем создается вообще здесь? Тепло. Кислородная емкость. Еда выращивается. Это когда кислорода будет много. Сборщик озерной воды. Какая озерная вода? У нас с тобой даже воды-то нет здесь.
энергию, которая приводит... Солнечная панель есть, ты гляди. Можно солнечные панели лепить. Вот что можно делать. Так, смотрим, здесь что еще есть. Шкаф для хранения, продвинутая станция сборки. Ой, не то я нажал. Рюкзак, сборщик озерной воды. Так, это мы с тобой смотрели. Мне нужно то, что будет увеличивать давление. Давление увеличивает что? Давление увеличивают вот эти вот как буры. Буры увеличивают давление. Вот это да. Да, видишь, они давление только так поднимают. Второй бур, например, вот он очень сильно хорошо поднимает давление. Но, чтобы мне его, это самое, забубенить, мне нужно в первую очередь наставить вот этих ветряных турбин до жопы, потому что... А погоди, а может быть, блин, дешевле будет эти солнечные панельки? Кобальт. 6,5 в секунду энергии. А это 1,2 в секунду. Блин, наверное, солнечные панельки все-таки будут лучше. Кобальт, кремний и железо, да? Кобальт, кремний да железо. Делов-то. Это мы сейчас с тобой наставим, блин. Кобальт. Магний. Это не кремний вовсе. А чё ж я тупил-то, блядь? Кремний. Тут делов-то, тут надо просто взять и собраться, так сказать, силами, да, набрать кобальта, кремния, да, железа и наставить этих солнечных панелей, чтобы знать, чтобы видеть. Инвентарь полон, говорит мне игра. А мне не хватает места в инвентаре. Так, ладненько, давай алюмишку выбросим. И кобальт соберем. И поставим вот так вот солнечную панельку. Вот и вся история. Делов-то. Все. 6,5 киловатта. А сколько она может? 6,5 киловатта она может. Два кобальта еще осталось собрать, и будет у меня еще одна. Так, один кобальт могу собрать, потому что на второй у меня не хватит этого кислорода. Просто чисто физически не вывезу его собрать. Я вижу, что кислород низкий. Извините, пожалуйста, я ухожу. Ухожу. Не надо меня здесь торопить. А, так. А может здесь есть? Нет, здесь нет. Сейчас мы с тобой вообще все. Я понял весь прикол игры. Мы с тобой вот так все сделали. Спаги ловкости. Скорость добычи. Компас. Офигеть. А где же мне эти супер ботинки найти? Стержень из супер сплава. Ёпа-мать. Телепорт. Ладно. Так, мне вот эти ботинки какие-нибудь из... Ботинки, супер ботинки, супер ловкие взять бы где-нибудь. А где мне их взять бы? Супер ботинки-то. Скорость добычи. Добыча руды. Я не знаю, что это такое, куда мне это девать. Так, мне супер ботинки нужны. Где они есть? А, вот они, сапоги ловкости. Два алюминия и две ткани. Ёпт, раз. Два. А где остальное? А куда я дел еще? Непонятно, погоди. Сейчас я возьму вон ту хрень. Ща, делов-то. Сейчас мы с тобой все наделаем. Сейчас мы с тобой все сделаем так, чтобы было вообще круто все. Солнечная панель. Раз. Ой-ой-ой. Некрасиво поставил. Я, знаешь, все-таки люблю, когда хотя бы чуть-чуть ровно стоит все. Да, вот так. И можно жить спокойно дальше. Попить мне нечего, собственно говоря. Поесть мне тоже особо нечего. Но мне нужно это сделать, потому что иначе я умру. Так, мы с тобой что поняли-то, что мне нужен алюминий? Ладно, хрен с ним, с алюминием. Ткань мне еще одна нужна. Вот это да.
Че у нас там вот в этой вот ерунде-то лежало? Потому что, скорее всего, эти ботинки ловкости, они прям офигеть как хорошо это сам помогают бегать. Ну не просто что так они так называются, правильно? Правильно. Если они так называются, значит так и должно быть. Так, это кремний, это железо, это прям вот, чтобы прям я сюда шел. Вот, вон туда надо сходить и взять, скорее всего, там еще ткань. Блять. Ух, как здесь много всего. Осталось еще сюда прийти и не потерять это место. Хотя я, в принципе, знаю, что потерять негде. Но я могу. Я добегу вообще? Нет, добегу. Вижу вон там вон сундук. Отстань с своим критическим уровнем кислорода. Нифига себе, вот это да. Вот это зацвело все. А зачем я туда бегу, если у меня нет ни хрена? Давай вот... Места, точнее, нет ни хрена. Давай выброшу здесь вот я алюминий. Кремний. Это выброшу. Вот это выброшу. Еще выброшу вот это. Все, пойду посмотрю, что в сундуке. Ну просто, ну грешно же ведь просто так мимо него пройти. Я его потом просру и все, я его больше никогда в жизни не найду. Это будет нехорошо, это будет некрасиво. Как минимум, с моей стороны. А как максимум, это будет обидно. Опачки, ни хрена себе ты сверкаешь. Слушай, я его уже потерял, походу, да? Нет, а вот он. Я же говорю, он где-то здесь есть. Нет. Вот он лежит. Бутылка воды. Железо же. Титан не хватает, серьезно. Еб твою мать. Бур 2. Вот так. Раз. Титан не хватает. Железо возьму. Точнее, кислород. И вот это вот я возьму. И пойду с спокойной совестью. Вот. Инвентарь полон, горит, не игра. Вот это да, вот это здрасте. Сейчас я наставлю, короче, этих буров. Солнечных панелей. И просто здесь пойдет терраформация только так. Такими темпами, какими никогда не шла. Давай посмотрим, что можно выбросить. Железо можно выбросить. А титан взять. И поставить это все в виде бура второго уровня. У меня есть два алюминия? Есть два алюминия. У меня нет одной тряпки, чтобы сделать сапоги-скороходы себе. Угу. Вот сюда вот на две стены я леплю голубое небо. 10%. 10%. Опа. Так, и вот сюда я должен налепить солнечная панель 2. Железо и магний. А, это на пол ставится. Это, блин, вообще вот такая неудобная хреновина. Могли бы большую сделать. А, она открывается, типа компьютер. А, смотри, у меня есть 0,7 киловатт-часов. А, потребляет больше всего 4 больших бура. А, получаем мы с двух солнечных панелей 13 киловатт-час. То есть мне нужно, учитывая, что по 5 киловатт, мне нужно 3... Сколько тут солнечные панели вторые делаются? Алюминий, кремний и железо. Не, мы с тобой сейчас... Вот чем займемся. Ой, ёпа мать. А чё такая жуть-то происходит? Так. Мать твою за ногу, теперь у меня есть сапоги ловкости. Не знаю, кому ничего увеличили, блять, но мне кажется, что как будто ничего не увеличили. Хотя, может быть, и увеличили. Если так смотреть, то, наверное, даже увеличили, да. Хотя... Ну да, увеличивают. Плюс 15%, но увеличивают. Так, мы с тобой делаем. Железо, магний, алюминий.
Кобальт. Железо, магний, алюминий, кобальт. Магний, опять магний, блять, все упирается в магний. Такое ощущение, как будто он теперь только он везде нужен. Железо, блять, железа не хватает, серьезно что ли? Вот тебе здрасте. Только что его было за глаза, а теперь его нет. Так, что, попить надо? Попить, а попить и нечего. Попить-то я выложил, как будто бы, да? Ну, молодец какой-то, молодец. Так, кремний надо выбросить, а железку взять. И построить большую солнечную панель, которая будет вырабатывать много электроэнергии. Сколько надо? 20 киловатт почти, не шута себе. А эти-то по 6, а это как будто бы 3. Так, ща мы сделаем, ща мы все замутим. Ща мы все намутим. Так, нагреватель. Железо-алюминий нужен. Железо-алюминий. Что такое происходит-то, блядь? А теперь такие у нас будут эти с тобой... как их называют? Бури песочные, что ли? С давлением, может, что? Что случилось-то? О, блять, такими темпами вообще пошло-поехало. 12%, ты гляди. Но мы с тобой на этом заканчиваем, потому что все-таки, ну, в конце концов, играть надо заканчивать. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте обязательно комментарии, пишите лайки. Увидимся с вами в других сериях, в других игрушках. И всем пока.